Ох, бля. Это классненько. Осторожно. Анговалик, покажи еще раз, что ты показываешь. Целебный мимчанский. Друзья, я вот влог начинаю с того, что снова Ярик, и он учит ванайти барчик на стол. Он до этого его не делал, но сегодня он в защите и хочет попробовать его сделать. Давай! О, первая попыточка. А, спасла защита, да? Это хорошо. Ох, бля. Ты нормально, Тох? Ого. Так это ты человек-паук, а не я. Только разве что паутину не пускаешь. Или ты чуть-чуть подпустил паутины, когда упал? Не? Не, нормально. Точно нормально? Немножко спиной ударился. Блядь, опять на бар не настроил. Так, поесть, сделай бар на стол, а потом сделай барспин на ванете. Ванете бар. Чё ты не матюкайся, Антон? Так, давай, Ярик. О, почти, давай, добивай. Друзья, как думаете, получится сейчас? Я думаю, да. А-а-а, ого, я такого еще не видел. Это что-то в стиле Крис Кайла. Что-то необычное такое. Я уже думал, фейки 3 сделаешь. А ну давай настройся, опять сделай, значит, бар на стол, а потом поедем в эти бар. Нормально, пацаны? Давай, настройся. Не ударился, не? Я думаю, я сейчас туда пойду. Давай. Ай. Может, ты отдохнешь, потом сделаешь. Давай, отдыхай и доделаешь. Ну, а я пока что, может, поснимаю Валика. Может, Валик хочет сделать что-то. Давай трешечку. Ну, это какая-то трешка у тебя, не до трешка на тейртопе. Давай нормальную. Не отвлекайся, настроился, ты же можешь. Давай делай. Давай, уже второй раз убежаешь. Давай. Ты так алюб взял? Я думал, ты сейчас со скейт-парка выйдешь. Аэрванети? Ну давай, я приблизим. Ух, какой эйр. Давай теперь трешечку обратно. О. Вот на таких ходах тебе и надо делать ее. Давай так же самое. Подъехал, присмотрелся и делаешь. Давай. Не, надо четко, давай. Давай сейчас для мотивации.
это Люфтика, Ирония. Ну давай. Хватит хвастаться. О, хорош. Друзья, я вот сегодня не взял GoPro, потому что оно мне разрядилось. Ай. Да доделаешь. Давай сейчас добивай. Давай еще одну хотя бы попробуй. Давай сильно закрути. Я ему рассказываю, а он мне говорит, что шо. Ой, главное, чтобы я динамик не закрыл рукой. Не закрыл рукой. И что это он только что рукой делал? А я там взлет. Давай, уже делай. О, вот это была самая крутая попытка. Давай сразу. О. Е. Ну, с припрыжками, ну хотя бы сделал. Я тоже так думаю. А, все, уже Ярик настроился делать ванетибарчик. Давай. А, чуть-чуть, давай так же само, все правильно. Ничего, ничего. Поедь нормально, сделай барчик. Угу. Да, переключи трек, настройся там, чтобы была мотивация. Делаем так. Все, давай. Почти, давай добивай. Вот это классненько. Осторожно, ай, осторожно, Ярик. Дети бегают в скейт-парке, это вообще, конечно. Нормально все, не ударился? Давай, настройся, сделай бар. В общем, если вы хотите тоже развиваться и учиться трюкам, вам нужно постоянно пробовать. Постоянно. О, почти доделал. Осталось только спейки выйти. Давай. А, ничего, давай, добивай. Все получится, давай. Ай. Ай. Нормально все? Да. А ты каратист. Все. Кепку не вымазал, не? Блять, вымазал. Вымазал кепку? Да не, все, хватит, хватит. Не надо мне эти кликбейты. Зачем ты это сделал? Анговалик, покажи еще раз, что ты показал. Целебный мемчанский. Вот аж трюкам надо учиться, а не вот это смотреть, эти мемчики. Да. Сейчас еще будут мемы. Валик говорит, Антон, мне нужен твой совет. Что Антон может посоветовать Валику? Ставь ту Дима Баркину. Нет. Не, сделай нормально, настройся, все нормально. Это ж просто ты делаешь барспин, ты его умеешь. Я его тут пришел со школы, переоделся и сделал барспин. Давай, 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 давай. Да, конечно, давай. Оп.
Ты прям сел на стул. На ось. На ось. На ось. Сел, разорвал штаны. Малой так бегает резко. И втулка на промах. А, ничего, 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 ничего. Так я вот так сидел. Можно на той велосипеде? Ну, набей мне все. Так, сейчас, 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 подожди. Да, проедь. Спасибо. Да, блядь. Проперю своего кореша. А, давай. А, чуть-чуть. Будешь добивать? Попробуй. Ай-яй-яй-яй-яй. Угу. Давай, настройся, сделай барчик. Есть. Давай. Ай-яй-яй-яй-яй, не осталось только свайки выйти. Давай, доделывай. Во-во-во! Давай, добивай! Ну! Еее! Наконец-то! Наконец-то! Он сделал это! Обидели! Классно сделал вообще! Аккуратнее! Ну что, давай трак? Давай. В общем, кому понравился данный влог, не забываем поставить видео лайк, подписаться на мой канал. И поставить колокольчик. В общем, друзья, до новых встреч и пока.